Здравствуйте! Я снова рад приветствовать всех участников игры «Мой друг Facebook» и, конечно же, моих попутчиков по дороге к миллиону. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как не заблудиться при выборе темы для обложки в соцсети и, в частности, на Facebook. Как вы думаете, на что в первую очередь обращает внимание пользователь социальных сетей при входе на вашу страницу? На ваше имя? На записи, которые располагаются у вас на стене, или на список групп, в которых вы состоите. На самом деле, первым, что привлекает человека, является визуальная составляющая страницы. И в случае с этой социальной сетью, это обложка в Facebook, она же ваша визитная карточка. Позволю себе перефразировать известную поговорку и скажу, что без обложки хорошо, а с ней гораздо лучше. Объясняю почему. Практически всех людей привлекает внешний вид. И речь идет не только о внешности человека, но и любого предмета, места, товара. Ведь, как мы все прекрасно знаем, встречают по одежке, и именно от нее зависит первое впечатление и заинтересованность человека. Поэтому при выборе картинки, которая станет обложкой вашего аккаунта в Facebook, стоит уделять внимание любым мелочам, ведь именно она может стать успешным маркетинговым инструментом, который поможет приобрести известность и создать хорошую репутацию. Как же сделать так, чтобы этот рекламный ход сработал? Прежде чем определить тему обложки, стоит обратить внимание на технические вопросы самой обложки. Первое. Обложка не должна нарушать правила соцсети, в данном случае Facebook, которые касаются обложки. Примитивно и глупо, скажете вы. А теперь вспомните, читали ли вы требования этой соцсети, которые касаются фото и видеоматериалов? Какой вес, размер они должны иметь? Или какие картинки запрещается использовать в качестве фотопрофиля? Вероятнее всего, вы просто поставили галочку в нужном месте. Второе. Давайте посмотрим на размер картинки, например, для Facebook. Размер картинки, который вы будете использовать в качестве обложки, должен быть 851x315 пикселей. Если он будет другим, то Facebook автоматически сожмет или расширит его до нужного показателя, а значит и качество вашего фото ухудшится. Третье. Использование текста в вашей обложке. Это раньше был строгий регламент на размещение не более 20% от всей обложки, а сейчас хоть всю забейте текстом, блокировать никто не будет. Но будет ли такой ход верным? Конечно же нет. Ведь читать массу слов никто не будет. Обложка Facebook – это как бигборд. Должна быть яркая, привлекательная картинка с броским и емким текстовым содержанием. Например, со слоганом вашей фирмы, действующей акцией или перечнем скидки и так далее. Увидев такое изображение, человек должен заинтересоваться вашими услугами, а после подробного ознакомления воспользоваться ими. Четвертое. Выбирайте фото, изображения на которых находятся в правой части. Это маленькая хитрость, которая на первый взгляд абсолютно ничего не значит, но обеспечит успех вашей обложки. А все потому, что фото профиля в Facebook находится в левой части обложки. И если на выбранной вами картинке основное изображение будет также располагаться в этой стороне, то ваш логотип, название компании или слоган потеряются на общем фоне. Пятое. Это, конечно же, обновление обложки. Обложка – это не возраст, указанный в анкете Facebook, который автоматически меняется раз в год. Ее нужно постоянно обновлять. Если у вас появился новый товар, действуют скидки или акции к праздникам, указывайте это на фоновом изображении. Это привлечет внимание клиентов к вашей компании. А теперь самое сладкое. Как не заблудиться при выборе темы? Для этого мы разберем топ самых популярных тем для обложки в соцсетях. На первом месте, конечно же, это прямая реклама товара, приложения, книги, персоны, чего угодно. То, о чем рассказывает ваш профиль или ваша страница. Второе место занимает способ рассказывать о товаре и услуге. Речь идет не столько о непосредственной рекламе, сколько о возможности подчеркнуть особенность либо преимущество товара.
услуги, как вариант, известная персона с вашим товаром. Третье место. Популяризация идей. Это великолепно подходит под всевозможные корпоративно-социальные программы, например, «Не употребляй за рулем». На четвертом месте у нас располагается сезонная обложка. Как вы понимаете, смена времен года происходит регулярно, поэтому постить летние, осенние, зимние, весенние пейзажи – это банально. Более перспективным будет пройтись по календарю праздников – международных, локальных, профессиональных, забавных и сезонных. Будьте креативными, не будьте как все. На пятом месте для корпоративных страниц обложка – это замечательное место для продвижения популярных трендов, например, в моде или ценности компании, надежный, как швейцарский банк или часы, ну, в общем, в таком плане. На шестом месте традиционно – это обложка корпоративной страницы. Используется как место для хвастовства. Рекордное количество лайков, подписчиков, юбилеев компании, дни рождения фирмы и тому подобное. Можно использовать любые значимые события, особенно если подкрепить их соответствующим постом. Следующее место – это конкурсы, акции, скидки, розыгрыши. Я уверен, этот пункт ожидаем пользователями. И следующее место занимает люди творческих профессий, а также агентства. Они, как правило, используют обложку для самовыражения, они рассказывают о себе или рекламируют свой креатив. И, наконец, хочу вас спросить. Если у вас хороший слух, и вы отлично поете, и даже умеете играть на фортепиано, ну вот если я вам дам саксофон, вы сможете сыграть на нем нужную мелодию? Нет? А почему? Нужно учиться. В оформлении все то же самое. Вы обладаете безупречным вкусом, можете быть ценителем прекрасного, но для того, чтобы самому все это воспроизвести в гармонии, этого мало. Еще нужны знания в композиции, цветоведении и многих других технических вопросов, без которых можно делать красивые вещи, конечно, но они все равно будут на порядок отличаться от вещей, созданных профессионалами своего дела. А на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего настроения, радостных выходных и успехов по пути к вашему миллиону. А если вы захотите снова меня послушать, то на следующей неделе в это же время я поговорю с вами о вашем образе в социальной сети.